Директор покойного Юрия Шатунова показал результаты вскрытия умершего 23 июня артиста. Он опроверг информацию о том, что у певца с детства были проблемы с сердцем. Директор покойного Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал результаты вскрытия артиста. Певец скончался от инфаркта 23 июня. Кудряшов назвал вердикт патологоанатомов. При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая, максимум год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное. Мы его проверяли еще в детстве. Так заявил директор певца. Напомним, смерть Шатунова стала для многих неожиданностью. Поклонники и коллеги артиста винят случившимся продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, с которым у певца в последние годы продолжались суды из-за прав на песни коллектива. Но никто не замечает о том, что Кудряшов сам не отвечает на многие вопросы. Известно, что Юра вечером в день смерти отдыхал вроде как на даче у Кудряшова. При этом, кто там мог быть и кто чем занимался? Чем занимался сам Юрий целые сутки, когда у него уже случился инфаркт? И кто мог его сопровождать до больницы?